Минтруд разработал законопроект о повышении социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства. Документ уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности и до 1 марта должен поступить в Госдуму. Об этом в средствах массовой информации рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы увеличится на 20% и составит 8704 рубля в месяц. Топилин особо отметил, что новый размер социальной выплаты будет установлен с 1 января 2013 года, то есть пенсии будут пересчитаны обратным отсчетом.